Всем привет! Лео, вы на канале? Куда мы едем, Лео? Леонардо, the American boy, и мы едем на океан. У нас сейчас будет мини-пикник на океан, парк называется Baker Beach, Golden Gate. Это возле острова Golden Gate. Так, машину сзади надо пропустить. Sorry. А сами едем на пляж. So, ladies and gentlemen, как пляж на английском? Все знают. Лео, как будет пляж на английском? Это хорошее слово. Слово beach. Скажи beach. Это хорошее слово. Потому что плохое слово немножко по-другому звучит, а пишется вообще по-другому. Говорится по-другому. Близко, но не так конкретно. Как я, Анюта, что вы скажете? Идем на океан. Я просто обожаю океан. We love ocean. Обожаю океан. А что я скажу? Давайте спросим у меня. Привет всем. И мы чувствуем действительно здесь. И сегодня не awesome. Холодно. Beautiful. Да, сегодня amazing, погода прекрасная. Лео, как тебе нравится океан? Amazing. Это ж твоя родина, ты здесь родился. Это Toyota. Что? Это Toyota. Правильно, откуда ты знаешь, что Toyota? Лео, кто тебя научил? Это не просто Toyota, а Toyota Prius. У нас такая же. А где еще ты машину знаешь какую-то? Лео, какую машину ты еще знаешь? Вот эти три машины одинаковые. Какие это? Одинаковая фирма. Что это за фирма? Что это за фирма? Honda. Правильно, Honda. И начинается здесь песок. А вот наша дедушка и бабушка. Пойдем. И перед нами открывается красивый вид. А Лео не едет на коляске, а плывет, летит. Лео, how are you? Хорошо. Идем дальше. Это океан, правильно, по-английски океан. Ocean. Ох, сколько людей. Негде в камни упасть. Бассейн? Бассейн. Лео, нам не нужен бассейн, у нас есть океан. Ocean. А вон наша мама. А вот наша семейка на пикнике. Что мы кушаем, Лео? Как нормальные русские люди, мы принесли картошку запеченную. Колбасу. Колбасу с авокадо. Яички, которые Лео уже разбил и расколопывает. Лео, как это на английском? Мы учили это слово. Egg. Egg. А на твоем это коко. Домашний хлеб. Ну, короче, все домашняя пища. На настоящем органик пикнике. Потому что настоящие американцы рядом. Слушают бургеры. Маки. Привет. Мы пообедали. Что ты сейчас кушаешь? Шоколадные. Бублик, что ли? Или как называется вот это вот? Печенье, да? Бисквит. Леонардо, научи нас что-то новому английскому языку. Мы окружены песком. А песок на английском как будет? Мама, как будет песок на английском? Sand. Sand. Скажи, Лео, sand. Рот полный печенья, и ты еще пытаешься произнести sand? Как мы уже сообщили, что пляж преисполнен миллиардами людей. Очень много людей. Очень. Прям очень-очень. Лео, может хватит, а? Enough? Лео, счастлив.
Are you playing? Are you jumping in the sand? On a sand. Привет! Леон! Привет! Ты играешься в песочек? Смотри, чтобы глаза ему не попало, Анечка. Привет! How are you? Пойдем к ocean, let's go to the ocean. Давай ручку, папе. Пойдем к океану. Вода, скажи water. Холодная, cold water. Is it beautiful? Скажи beautiful. О-о, надо убегать. Ты готов? В другом кармане. Вода. О-о, убегай! Классно. Молодец, убежал. Столько людей, столько удовольствий. Вау, Лео, как ты думаешь, океан приколен? Еще хочешь, да? Let's go. Собачка бежит, смотри, собачка. Собачка! Холодно, вода, быстрее, беги, 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 беги! Опа! Вау, какая вода! Убегай! Успели! Смотри, какая прикольная собачка! Догоняй, Лео, заводи, Даги! Cute dog, скажи cute, cute dog. Беленькая собачка, white. Лео, прикольная собачка, скажи doggy. Не боится океана вообще. It's not afraid of ocean. Какие волны. Лео, береги! Почти до нас достала вода. А вон мама. Мама, пойдем к маме. Скажем, какая там классная собачка мы видели. Скажи, мама, привет! Гулял на океане. Hello everybody, скажи. Welcome to the ocean. Добро пожаловать. Прекрасный день, прекрасная погода. Лео, Илюша и Аня наслаждаются
просто обалденным днем. Правда, очень много людей на пляже. Обычно всегда холодно в этом месте. А сегодня, ну, прям как будто все для нас. А вот папа спасает Лео от воды. И видно, что Лео очень нравится то, что происходит вокруг нас. Да, Лео, скажи привет! И вода достаточно такая холодная. Ожидалось. Так что praise the Lord for this beautiful day. Leo, what are you doing? This is a kapal. You buried mama's shoes. Закопал shoes и мамины туфли, или как называется, туфли. Как тебе? Тебе нравится песочек? Oh, вот чудик! Here it is! Good job! Некоторое время назад, ну, прошлым летом, Лео боялся снега, ой, песка, and this time он просто влюбился в песок, он в нем купается. И даже лицом прям умывается, потом жалеет об этом. Лео, сейчас мы выучим одно новое слово. Рыбак. Как будет рыбак на английском? Fisherman. Вот он загружает снасти. Какую-то креветку или что он там ловит. Вот, смотри, какой он в костюме. Fisherman. Скажи, fisherman. Рыбак. Столько собак здесь гуляет, да? Сейчас мы будем учиться писать. We're gonna learn how to write your name. Итак, смотри сюда. Какая это буква? Какая? Буква L. Правильно. А вот это какая буква? Какая? И, правильно. И вот последняя какая буква? Твоя любимая? Правильно, Лео! Собачка! Смотри, какие игрушки классные! Это девочки, пусть они играются, это же не твои. Ну, их никто не берет, знаешь, никому они не нужны. А вот детки строят castles. Вау, строят домики. И вода их все разваливает. Вау, children, скажи, детки. Children. Он мячиками играется, смотри, классно как. Пойдем дальше. Аккуратно, аккуратно, ты что? Бегай! Видишь, огромный корабль. Называется cargo ship. Скажи, ship. Огромный плывет в Сан-Франциско выгружать игрушки. С Китая, конечно. А сейчас мы бросаем мячик. Давай, вверх, вверх. А, теперь папа бросает. Готов? Сильно, сильно. Перед нами красивый будет закат солнца. Мы его, может, не увидим, потому что он будет за горой. Но уже погода просто потрясающая. А народ не собирается никуда уходить. Yes? Мячик словили. Анечка, лови мяч. Лео, лови у мамы. Забирай мяч у мамы. Опа, почти. А где мячик? А где мячик? Вон в кармане аж памперс спадает.
Ты с мальчиками хочешь играть мячик, да? Play the ball? Давай. Take this ball, Лео. Бросай. Бросай мне. Вверх, давай, вверх. Ты хочешь тот мячик? Нет, Лео. You have this ball. Играй с этим. Ты у детей все хочешь забирать. Давай, Лео, давай, let's play soccer. Ба. Все, нам дядя дал его, мы поигрались. Мячик. Песочек с глаз. А теперь пойдем отнесем и скажем thank you на место. Пойдем отнесем. Дядям. И мальчикам. Все, пойдем, отнеси, скажи, отнеси на место и скажи thank you. Сюда. Say thank you. Yeah, we're done. Скажи thank you. Thanks. Молодец. Oh, now we're gonna learn what's American. He doesn't know what it is. It's silly. Yeah. Look at this ball. This is ball, American ball. What's that? Странно, да? Он не крутится. Лео, что у тебя в руках? Грабельки. По-английски грабельки будут rake. Смотри. Давай равняем песочек. Вот так. Красиво. Что ты хочешь? Домик построить? Окей. Вот так, смотри. Строим, трамбуем. И потом строим домик вот так. А так. Домик! Лео, солнышко садится, и уже надо пора уходить. Мы сегодня нагулялись конкретно. It was fun, it was good. The water was kind of cold, but it was still good. С трудом Лео выходит с этого пляжа. Песок тяжелый. Сложно идти, но Лео не сдается. Давай, давай. Давай, дорогой. Go ahead. Передышка? Нет. Лео, мы погуляли на парк, на пляже. Что это? Это скутер. Мопедик на английском называется скутер, веспа. Итальянский скутер. Какой цвет? Красный. Вон красный. А это? Blue. Синий. Спасибо всем, друзья, которые были с нами на пляже. Подписывайтесь на канал. И ставьте лайки.